целый актер состоит из трех вещей. Вещь первая – это физика, его пластика, то, что актер может, когда он двигается. Второе – актер состоит из голоса. И третье – актер состоит из своих, будем так говорить, внутренних творческих возможностей и данных. Я начинаю. Владимир Михайлович. Аня. 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 Никита. Никита. Юля. Варя. Варя. Нет, со мной вместе, не после, а вместе. Тело. Тело. Вы должны сложиться и лечь на пол. Лечь, как тряпичная кукла. Поехали на звук «С». Ножки подняли. Начали. Один, два, три, четыре, пять. Тра-та-та. Та-та-та-та-та. Та. Та-та-та. Тра-та-та. Тра-та-та. Тра-та-та-та-та. Произнести два слова. Все проходит. Все проходит. Все проходит. Да, ты очень злая, и ты ругаешься. Да. Любым произведением, которое ты любишь. Во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Полнеги была, вызвала меня, но не готова, что ты лапара. Кикеч, без него